Пятая ежегодная научно-практическая конференция «Цифровые образовательные ресурсы 2015» прошла в Мытищинской школе номер 31. Организатором выступил отдел проектов и программ развития Мытищинского муниципального района. Информационные технологии очень тесно вошли в жизнь каждого человека, предоставив широкие возможности для работы, развлечений и выполнения множества различных задач, а также повышения эффективности труда. В этот раз будет обсуждаться использование новых информационных технологий, работа с новыми интернет-ресурсами и освоение новой техники. На конференции обсуждали мультисервисную сеть образовательных учреждений Мытищинского района, цифровые образовательные ресурсы для современной школы, основы применения 3D-технологий в образовании. По сей день остается актуальной тема отказа от бумажного журнала успеваемости учащихся. Это актуально, потому что заполнять два журнала, и бумажный, и электронный, это трудозатратно. Мы с нашим руководством и коллективом отказались от бумажного журнала и предлагаем это сделать всему району. Конференция состояла из двух частей. Первая включала выступления участников, вторая – мастер-классы, на которых педагоги обменивались опытом. Каждый человек не может знать все на свете, поэтому эти мастер-классы удобны тем, что мы можем поделиться своими знаниями. И также с нами могут поделиться точно так же с этими знаниями. Поэтому эти мастер-классы, я считаю, необходимы для того, чтобы, так сказать, нести информацию в массы. Помимо журналов и дневников, в ближайшем будущем вместо традиционных учебников в Мытищинском районе будут вводиться их электронные версии. Идеальный вариант, вот мы обсуждали с директором 31-й школы, вот самый продвинутый в этом направлении, вплоть до того, что за создание уникального дневника, который возможно создать, уникального учебника, учебник по всем программам, сразу и по всем предметам. Ярославна Белоус, Константин Бондаренко, информационная программа «День».